На Ставрополье официально открыли виноградный сезон. Правда, сейчас началась только так называемая отпашка земель. Зацветут ягоды ближе к середине мая. Александр Григоров побывал в одном из хозяйств Петровского района, узнал о состоянии лозы и планах на урожай. Площадь этого хозяйства в Петровском районе более 1 миллиона квадратных метров. А 70% винограда, которые оказываются в краевом центре, привозят именно отсюда. И пусть вас не смущает, что сегодня плантация такая голая. Лишь по работе нескольких единиц техники можно понять, что сегодня знаменательный день. Виноградный сезон на Ставрополье с этого дня открыт. Ибрагим работает в хозяйстве с начала 90-х. Мужчина считает, что данная отрасль в крае сейчас находится на подъеме. Хотя иногда и приходится нелегко. Работа, конечно, вся сложная. Стараемся, но для нас сложного ничего нет. Поэтому будем стараться, работать. Сейчас Ибрагим и его коллеги проводят так называемую отпашку земель. Это первый этап возделывания урожая. Кстати, ветреная погода не навредит будущим ягодам. А вот на зиму растения каждый год приходится утеплять. Температура замерзания для них 18-20 градусов. В этом году было 23-24. Поэтому для стабильности необходимо каждый год укрывать виноград. Хотя понятие «стабильность» не совсем уместно для этого вида сельского хозяйства. В прошлом сезоне собрали всего 57 центнеров винограда, хотя в самые удачные годы было почти в два раза больше. Правда, это не мешает хозяйству Ахмедхана процветать. Сегодня оно одно из крупнейших в регионе, хотя еще 10 лет назад о нем никому не было известно. Начинал с 10 гектар посадки, а на сегодняшний день 113 гектар винограда и все столового направления. Выращивать столовые ягоды гораздо дольше и сложнее, но трудности не пугают работников фермы. Начало работы и начинаем жить. Вот весь виноград пойдет и будет жить. Кстати, местный виноград пользуется огромным спросом и в других регионах. Он считается вкуснее дагестанского и кубанского. Так ли это, жители Ставрополя смогут оценить ближе к осени, когда первые ягоды попадут на прилавки края. Александр Григоров, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение.